Не для всех праздники прошли весело. Например, наркополицейские работали, причем плодотворно. В результате спецоперации удалось задержать 3 азербайджанцев. 2 из них перевозили для сбыта 2,5 килограмма гашиша. 3-й фигурант, предположительно, являлся покупателем. Оптовая партия растительного наркотика была изъята из машины наркоторговцев. Позднее были проведены обыски дома у подозреваемых. Там тоже обнаружены и изъяты наркотики. Сейчас уроженцы Азербайджана находятся под стражей. Помимо вышесказанного, в праздничные выходные оперативники изъяли из незаконного оборота 1 килограмм маковой соломы и более 100 граммов амфетамина.